сегодня мы идем в какое-то очень интересное место. Да, Вася? Кура. В Куру. Мы идем. Такой суши-бар. Кура. Кура, кура. Тут говорят, очень прикольненько. Вон я уже вижу, там катается еда. Так, в общем, нам рассказали, значит, принцип. Просто вот сидим, здесь ездит всякая еда. Ну, то есть чего-то там нету, что-то вон там едет. Мы здесь просто вот берем, да, что-то себе и кушаем. Потом, когда, чтобы нас понять, сколько рассчитать, мы тарелки сюда скидываем пустые. Они там считаются. Если ну что-то определенное из меню, мы его заказываем, например, вот здесь вот. И тогда оно уже поедет вот по этой ленте, по верхней ленте, прямо к нам приедет. И также отдельно здесь заказать напитки какие-то. Их привезет кто-то очень интересный. Начнем с водички. Да, проверим. Закажем просто воду. Опачки. Здравствуйте. Привет. Вы нам что привезли? О, вот и вода. Ничего себе, прошло сколько? 10 секунд? Спасибо. Спасибо. Все. Пока. Заказала? Нет, я убираю. Например, мне три таких, да? Так. Что ты уже? Имбирь с васаби? О, очень необычно. Вася такой голодный, что начал есть просто имбирь с васаби. Ну, мы ждем наш заказ еще. Он где-то потерялся. Сидим пока, смотрим, какие тут мимо нас вкусности проезжают. О, это тебе. Супик. Спасибо. Спасибо. То, что надо. Аж пахнет прям через камеру, наверное. Что-то шумит. Ух ты! А вот и мой заказ подъехал. Я накосячила немножко, заказала. Еще закажем. Три одинаковых, ну ладно, буду есть. Я буду есть. Да, мы все поедем. Попробуем что-нибудь. Опачки. Так, теперь, чтобы нас посчитали, мы должны скинуть тарелки туда. Сколько нам миллионов надо там заплатить теперь? А там мультики, они показывают каждый раз, когда какую-нибудь стрелку скидываешь. Говорят, сканируйте чек QR-код, и пришел вам телефон чек. Сколько получилось? 31 с налогами. А, с учетом налогов 31, а без налогов 29, да? В общем, вот, мы покушали, получилось, ну... Конечно, ничего вкуснее нет иркутского пряникова. Привет, Иркутск, пряников forever. Это так вот чисто прийти, один раз развлечься, то, что там прикольно все такое роботизировано, робот тебе еду, напитки привез, еда приехала, все. Ну, как шоу такое. Ну, я сюда больше не пойду из-за именно за вкусом. Нет, я буду продолжать искать. Оценка из 10. Вот сколько из 10 ты поставишь? Ну, не знаю, может быть, там 5. 10 за идею, 5 за вкус. Ну, получается так. Да. Ищем дальше.